Знаете, мне кажется, что у вас как раз-таки не профильные, а очень профильные вопросы, потому что это вопросы жизненные. И я думал, что вы мне сейчас какую-то ерунду начнете спрашивать, а вы спрашивали очень интересные вещи, мне даже не захотелось уходить, мне интересно было с вами беседовать. Поэтому я просто могу сказать спасибо за то, что у меня сейчас был интересный кусочек вечера.